Вас приветствует Алена Ариес. На моем канале вы всегда найдете ответы на любые вопросы и мои контакты внизу под видео для записи на личную консультацию. А сейчас узнаете, с кем или с чем столкнет вас жизнь. Ну, во-первых, столкнет она вас с какими-то серьезными планами. То есть что-то вы будете планировать. Вот, возможно, учитывая серьезные планы и мужчину, да, именно переезд к мужчине вы будете, возможно, планировать. То есть вам придется, если мужчина сделает вам предложение. Причем переезд как в пределах одного города, также может быть в другой город или даже в другую страну. Вот что важно для вас. Но не сразу, то есть вы еще подумаете, будете готовиться, еще чего-то будете ждать. А вот, но в итоге, да, я тут вижу прям серьезные планы. Для кого-то это может быть еще начало бизнеса, то есть написание бизнес-плана, нахождение спонсора, уже когда будет готов бизнес-план, да, а вот, или партнеров, с которыми вы будете сотрудничать. То есть я тут вижу либо переезд к мужчине, а также может быть бракосочетание и переезд, или же я вижу именно серьезные планы на начало своего дела, бизнеса. А еще это может быть, то есть этот мужчина может быть вашим мужем уже сейчас. Тогда здесь может быть начало строительства, ремонта, к примеру. Ну, еще одну карту, девочки. Да, все-таки какие-то серьезные планы. Именно с мужчиной. Но это не планы на поездку. Это прям какие-то серьезные планы на совместное проживание, на брак. Либо, как я уже сказала, может быть на начало бизнеса или строительство, ремонта.